Здравствуйте, ребята! Я думаю, что у каждого есть такое очень интересное фильм для вас о жизни и прекрасное и так далее. И вот, только что вы увидели этот фильм, это не в кинотеатре, это просто с нашей смартфоной, да? И вот, давай познакомитесь, это новый друг. Хорошо? Конечно. Прежде всего, давай смотреть его лицо. Вот это красный. Вот это кубот GT99. И вот. Очень приятно с вами познакомиться. И вот такой камер. И вот тоже. И вот. Давай смотреть, интересуетесь. Я думаю, что вы обязательно очень интересуетесь нового, да? И давай смотреть Antutu, обязательно, да? И вот, смотреть, это очень высокий март, да? И вот, давай смотреть детали. Вот, смотри. Смотрите, это информация. Хорошо понимаете? И давай дальше смотреть сведения и информация. Это его зовут. CPU. Экран. ROM, RAM. Камера. И так далее, да? И давай дальше. Давай дальше смотреть. Я думаю, что вы не обязательно интересуетесь такое и другие. И давай смотреть настройки, да? Найти, содержает. Вот, смотреть, содержает Wi-Fi, Bluetooth. Давай смотреть его батареи. И вот. Вот давай. Давай смотреть другие. И смотреть эти. Language. Language язык, да? И давай смотреть. Можно ли найти русский язык? Я думаю, что обязательно, да? Вот такое. Вот. Все изменились, да? И вот, давай смотреть другие, хорошо? И вот, давай смотреть о телефоне. Смотреть эти информации, настоящая или нет. И вот. Вот, еще раз его зовут Qbot GT99. Android 4.2. Android 3.2. Прошу прощения, если с ошибками, да? Ну, давай, все прошло, да? И давай, вот, смотреть его камеру. Вот. Вот. Давай дальше. Я думаю, что вы обязательно очень интересуетесь это. Можно ли играть игры? Так, и давай я попробую. И прежде всего мне надо сказать, что я девушка, я не так хорошо играю игры. Прошу прощения, я попробую.
господи. Ну ладно, давай еще смотреть другие игры. Попробую еще раз, но теперь вам надо сказать ни пуха ни пера. Я сказаю. К черту, да? И вот, давай дальше. Мамочка. Ой. Ну, еще раз попробую. Хорошо? Давай. Еще раз. Ну, это три раза. Я думаю, что... Ну, я думаю, это последний раз, да? И давай попробую еще раз. Ой, почему так? Ну, ладно, я думаю, что вы уже хорошо понимаете, это Cubot GT99, да? Его последний, смотрите его лого, да? И вот, спасибо вам за внимание. До свидания.